Всем привет! Давайте сегодня проведем небольшой эксперимент, который я бы рекомендовал скорее детям, чем взрослым. Мы посмотрим, как поведут себя разные предметы, в данном случае лежащие на донышке блюдечка, в переменном магнитном поле. Для эксперимента мне понадобится, конечно, понижающий трансформатор, который я буду включать в розетку 220 вольт. Он будет преобразовывать нам переменное напряжение в импульсы переменного тока. С помощью вот такой катушечки, которая является соленоидом и электромагнитом, мы будем создавать переменное магнитное поле. А предметы исследуемые такие, как вот это вот магнитное колечко, просто стальной шарик от подшипника и омедненный стальной шарик, точнее это пуля от пневматического пистолета, вот в этот сосуд, который, наверное, хорошо многим знаком, это рассеиватель от лампочки. Ну что ж, давайте соберем нашу научную установку и проведем эти замечательные эксперименты. Я закрепил электромагнит на блюдечке. К электромагниту я приделал нашу чашу. И гибкими проводниками я соединил трансформатор с электромагнитом. Наша установка готова, и мы можем исследовать поведение вот этих разных предметов в магнитном поле. Давайте приступим. Первым испытуемым в наших опытах будет стальной шарик от обыкновенного подшипника. Включаем переменное магнитное поле. И ничего не происходит. Стальной шарик, не имея собственной намагниченности, просто притягивается магнитным полем и абсолютно не шевелится. Поместим в нашу научную установку два шарика стальных, которые покрыты медью. И включим переменное магнитное поле. Как видите, они даже не шелохнулись и ничего с ними не произошло. Магнитное поле, конечно, тоже притянуло их своими магнитными линиями, но при этом не заставило их никак шевелиться. Несмотря на то, что переменное магнитное поле на эти предметы практически не подействовало, только притянуло их, обычное магнитное колечко притягивает эти шарики и может их примагничивать. А что же будет, если мы поместим в нашу установку вот такое маленькое магнитное кольцо? Что с ним произойдет? Давайте посмотрим. Я поместил маленький кольцевой магнит в чашу, под которой находится электромагнит, и включаю переменное магнитное поле. Я выключил его. Как видите, обладая своей намагниченностью, маленький кольцевой магнит в переменном магнитном поле с частотой 50 Гц начинает танцевать и просто бесится. Такое поведение обусловлено тем, что электромагнит постоянно меняет свои полюса, и за этим изменением никак не успевает маленький кольцевой магнит. Электромагнитная катушка при переменном токе меняет свои полюса 50 раз в секунду, то в одну сторону, то в другую. Конечно же, кольцевой магнит, имея всего лишь два магнитных полюса, не способный их поменять одновременно с этой катушечкой, начинает переворачиваться и при этом прыгает по нашей чашечке. Обычно для таких экспериментов используют намагниченные шарики. Они могут беситься по такой чашке бесконечно долго, до тех пор, пока не перегорит вот этот вот электромагнит. Если он исполнен качественно, то продолжаться такое движение может вечно. На основе такого принципа сделаны некоторые моторчики. Догадайтесь где? Сейчас я вам подскажу. Вот в таких электрических часах расположен точно такой же механизм, в котором маленькое магнитное колечко, закрепленное на оси часового механизма, двигается под воздействием электрического поля. Каждую секунду кварцевый генератор выдает импульс, с помощью которого небольшая такая же вот катушка, только маленькая, дает электромагнитный импульс, направленный на вот такое колечко. Колечко сдвигается наполовину и вращает редуктор вот этих вот стрелочек. Каждую секунду происходит переворачивание многополюсного магнитика в магнитном поле. Предвидя волну замечаний по поводу показанного мною эксперимента, я хочу оправдаться следующим. Во-первых, этот эксперимент для детей, и он весьма познавателен. А то, что я его повторил, я этого и не скрываю. Действительно, подобные эксперименты в Ютубе проведены уже многими. Вот бешеный шарик от Грейна.
После него этот же эксперимент повторил Артем Косицын. У него опять как раскрутить металлический шарик и сделать его бешеным. Да и менее популярные блогеры делали все то же самое и гораздо раньше. И я не претендую на истину, я не претендую на супероригинальность, но, как мне кажется, я рассказал кое-что интересное. А подход даже к повторению, я считаю, должен быть сугубо оригинальным, иначе незачем и соваться. Вот, к примеру, двигатель из пивной банки. Много кто его делал по-разному. А я его годы назад сделал вот таким образом. И пока что до сих пор на Ютубе никто даже не пожелал повторить вот это вот творение. Ну а на этом все, ребята. Пока, до следующих встреч.